Когда снова начнешь скучать, подумай об этом без трагизма. Повторяй эту фразу, если будет невыносимо. Если кто-то хотел бы остаться в твоей жизни, он бы приложил для этого все усилия. Не навязывайся, не нужно больше скулить и ныть. Если жизнь тебе что-то не дает, значит, это тебе не надо. Ведь люди, которым мы действительно важны, вопреки обстоятельствам будут рядом. Перестань себя изводить до озноба по коже, сутками сжимать телефон, ожидая коротенького ответа. Для того, кто по правде без тебя не может, отпустить твою руку будет страшнее смерти. Здесь нет никаких сложных истин и мудрого таинства, но даже жутко занятым в окружении сотен людей, если человек всерьез в тебе нуждается, он найдет 5 минут, чтобы узнать, как прошел твой день. Нет никакого смысла перечитывать длинные диалоги, излишне драматизировать и предаваться грусти. Лишь те, кому мы и правда безумно дороги, никому нас не отдадут и ни за что не отпустят.